Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Памятаць мінулае, каб зберагчы будучае. 75 гадоў таму савецкая армія вызваліла лагер смерці Азарычы. У стылі арнаментаў трох славянскіх народаў журналістам сёння прадставілі эскіз абноўленага манумента дружбы. Беларускія аграномы збіраюць першыя плады сваёй працы. На сельгаспрадпрыемствах ідзе збор агуркоў, вырашчаных у цяплічных умовах. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Інтэрнэт-рэчаў, мадэрнізацыя сістэм сотавай сувязі і ключавыя пункты росту ў сферы высокіх тэхналогій. На нарадзе ў кіраўніка дзяржавы сёння абмяркоўвалі пытанні развіцця нацыянальнага рынку тэлекамунікацыі. Гэта адзін з найболей перспектыўных сектараў беларускай эканомікі і самая хуткарослая галіна. Менш як за 10 гадоў яе доля ў валавым унутраным прадукце краіны вырасла амаль у два разы – до 5%. Таксама гэта вялізны рынак працы, які забяспечвае работай каля 100 тысяч чалавек. Прэзідэнт адзначыў і важную для Беларусі асаблівасць. Высокатэхналагічны сегмент эканомікі не патрабуе матэрыяльнага нафтагазавага падмурку. Гэта ставіць тэлекамунікацыі ў лік прыярытэтных кірункаў развіцця. Прычым попыт на асобныя паслугі апярэжвае прапанову. Так што пэўныя крокі наперад патрэбныя ўжо зараз. Самае главное, тэлекамунікацыі перастаюць существаваць как аддзельная отрасль, проникая во все сферы жизни общества. Если вчера интернет вещей был чем-то абстрактным, то сегодня обмен данными в автоматическом режиме, без участия человека, между разными системами в ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике, стал абсолютной реальностью. Более того, телекоммуникации просто неотделимы от цифровой трансформации экономики. Поэтому нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы будут развиваться во взаимной увязке. Какие меры нужны для того, чтобы не просто сохранить позиции в мировых рейтингах, но и улучшить их. Что сдерживает сегодня развитие информационно-коммуникационных технологий в Беларуси? Какие нужны решения, в том числе и от меня? Словом, нужна конкретика без всяких рассуждений. Но при этом хочу предупредить, есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу. Хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные варианты. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии. Если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты. Зараз Беларусь займае 32-е месца па індэксе развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Уваходзіць у групу краін з высокім узроўнем развіцця адпаведнай інфраструктуры, апярэджвае ўсіх партнёраў па СНД і знаходзіцца на ўзроўні Італіі, Партугаліі і Чэхіі. Рэйтынг, які складае Міжнародны саюз электрасувязі, улічвае комплекс асноўных фактараў, такіх як якасць і даступнасць інтэрнэту, развіццё кабельнага тэлебачання і мабільных сетак. У рамках мерапрыемстваў, прымеркаваных да 75-годдзя вызвалення Беларусі, у Калінкавіцкім раёне сёння прайшоў жалобны мітынг. Месцам яго правядзення стала тэрыторыя былога лагера смерці Азарычы, дзе ўсяго за два тыдні загінулі каля 17 тысяч чалавек. Са старонкамі ваеннай гісторыі азнаёміўся Алег Сінцероў. Ось такі калючы дрот вясной 44-го падзяліў жыццё 50 тысяч чалавек на да і пасля 17 тысяч, а назаўсёды застанецца ў гэтым балоце. Яшчэ 33 тысячы выжылі, але так ніколі не змаглі забыць жах лагера смерці Азарычы. Па сутнасці, гэта была біялагічная вайна. На пачатку сакавіка 44-га акупанты стварылі комплекс канцлагераў на тэрыторыі сучаснага Калінкінскага раёна. Самы вялікі з іх калявецкі Азарыча. Мэта – заразіць вязняў тыфам, які потым распаўсюдзіцца сярод часцей чырвонай арміі. Праўда, самі зняволеныя гінулі ў першую чаргу ад голаду і холаду. Больш за 7 дзён тут не вытрымліваў практычна ніхто. Алімпіяда Зарецкая – адна з тых, хто вытрымаў жах Азарычаў з першага да апошняга дня. У лагеры яна трапіла разам з маці, але добра памятае, што тут былі і дзеці без батьков, яких утримывали по особку. Вторая загородь была с детьми. И вот этих деток по пояс снег выкинули и 2, и 5, и 10, и 15, и 6, и 8 годов. И вот эти детки двое суток просили есть и плакали, а потом уже надо только стынать. Если это все бачить, это боже-боже. Хай лучше чистое небо и кусок хлеба и вода, чем эта мука.
Трагедию Азарыча у Калинкинском районе не забываюсь николи. 15 годов тому у вёсты открыли музей, ориентованный пеш за всё на молодь. У минулом годе райвыканкам разом со следующим комитетом начали реализацию ещё одного проекта. Начать работу по консолидации исторических материалов, опросу всех оставшихся в живых узников азарических лагерей смерти, а в последующем сбору средств для издания памятных видеофильмов, книг и реконструкции мемориального комплекса. После вызволения вязни тыф распосюдился сярод солдат, которые принимали удел у их вартовании. У вёсты Старые Новоселки есть братская могила. Тут похованы около 240 червоноармейцев и офицеров, которые в те дни померли от тыфу. А прочатого это захворывание начало регистрироваться сярод жихаров населенных пунктов, где находились шпитали. Згодно с официальными данными, у соковику 44-го за Зарыцкого лагеря смерти было вызволено около 33 тысяч человек, полова за яких дети в возрасте до 13 годов. Это преступление. Это было сделано немецкими солдатами, и просто нельзя даже просить прощения, потому что нельзя простить это, просто надо вспомнить и делать все усилия, чтобы такого больше никогда не произошло. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Калинкинский район. Наступная новина, на жаль, трагичная. Старшиня Гомельской областной организации Белорусского союза жанчын Галина Пашет раптовно померла во возрасте 58 годов. Яна была невероятно активным, энергичным и инициативным человеком, соправдным лидером. Выпускница экономичного факультета Гомельского державного университета, працовный шлях починала на Гомельском заводе «Эмаль Посуд». Скончила высшую комсомольскую школу в Москве и в 80-х годах працевала у Гомельском городском комитете Ленинского коммунистического союза молоди. Позднее займала отказные посады у структуры Головного управления Департамента экономичного контролю при Совете министров Республики Беларусь по Гомельской области и у Комитете державного контролю. 14 годов узначальвала инспекцию Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области. Имкнулась до того, как у податковой службы складывались сапраўды партнерские отношения с плательщиками. Обиралась депутатом областного совета, узначальвала Гомельскую областную федерацию бокса. На посаде старшини областной организации Белорусского союза жанчын вела активное громадское життё. Сама упевненная у себе и працавитая. И она имкнулась притягивать жанчын до предпринимательской справы, развивала школу жаночего лидерства. Ініцыявала десятки добрачынных проектов для жанчын и детей, сустрэч, святов и концертов. Яе ведали, як жыццелюбівага и чулага до чужой бяды человека. Коллектив телерадиокомпании «Гомель» выказывает глубокие спочувания родным и близким Галины Пашет. План реконструкции территории вокруг монумента дружбы на помежжи Беларуси, России и Украины сегодня представили у Гомельским облвыканкаме. По доручению президента Беларуси памятный знак будет комплексно добраупорядкованный сёлета. Монумент дружбы, ведомый как «Три сестры», был узведены в 1975 году. Стелы выкананы по проекте гомельского архитектора Леонида Стукачева. Велишное збудование узводили совместно представники трех республик. По оценке специалистов, несучие конструкции стелов, облицованные инкерманским камянем, не потребуют капитального ремонта. Треба только обновить облицовку. Реконструкция закранет три подыходы до монумента, которые будут выкладены малюнком национальных орнаментов трех краин. За основу взята концепция, пропонованная проектным институтом «Гомель громадян проект». Так само треба отремонтовать асфальтованные подъездные шляхи, обновить и поширить зеленые пляцовки. Ремонт будет проведен и на территориях, отведенных под тематичные выставы и кермаши. Добраупорядкование монументу дружбы планируют завершить до початку червеня. Этот монумент всегда являлся символом единения, символом проведения всевозможных фестивалей. В настоящее время по инициативе главы государства
в ближайшее время будет произведен текущий ремонт данного монумента. Разработан эскиз, находится в стадии утверждения, и в ближайшее время будут сделаны данные работы для приведения его в должное нормальное состояние. Питання ахови праці і профілактики травматизму у сфері будівництва обмірковували сьогодні на посіджені президиума Совета Гомельського обласного об'єднання профсоюзів. У відповідності з державною програмою об соціальній обороні 2019 году Білорусі обвещений годом безпечної праці у будівництві, тому гэтай темі сьогодні особлива увага. У минулому годі технічна інспекція обкома профсоюзів провела 11 планових проверок, падчас яких виявила больш за 100 порушення у законодавстві по ахове працы. Амаль 400 подобных фактов было знойдено подчас мониторингов. Сирот их, например, неотповедный температурный режим у помешканнях и отсутность охонных касок на рабочих. На будовничьих пляцовках не огороживаются потенциально небеспечные зоны, часто неправильно складываются материалы, а некоторые рабочие не проходят проверку ведов по ахове працы або не мают отповедные квалификации. Однако, анализуючи статистику 2018 года, вины наймальников у несчастных выпадков на вытворчасти не выявили. Головной причиной называют низкую працовную и технологичную дисциплину и порушение правил с боку самих потерпелых. Потримливать парадок на вытворчасти и сачить за выкананием нормов допомагают громадские инспекторы. Зараз их в области 604 человеки. Мы сейчас ставим задачу, чтобы общественный инспектор был избран в основном активный помощник мастера, ну, как правило, это бригадир, чтобы он сам не нарушал правила охраны труда и, главное, останавливал своего коллегу. Но для того, чтобы работал общественный инспектор, всегда нужно ему говорить спасибо. То есть нужен, чтобы на каждом предприятии был механизм разработан именно мотивации безопасно трудиться. Строительная отрасль была и остается на сегодняшний день одной из травмоопасных. Поэтому единственной и главной задачей на сегодняшний день у нас остается это, чтобы работник пришел на работу здоровым и ушел с нее здоровым. Задать питання начальнику управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області єсть магчимость у жихару регіона. Завтра Сергій Паско проведе прямую телефонную лінію. Дзвонки будуть прийматися з 15 до 16 годин по номеру телефона у Гомелі 69-31-62. Агрономы Гомельской области приступили до сбору урожая нового года. Правда, покуль не у полях, а у теплицах. Первая весновая огороднина, огурок, показывая неадренную урожайность. До прикладу, брилевские агрономы высокую планку у гэтым тримаются уже 4 года запр. Показчик больше, как 50 килограммов с квадратного метра. При этом все выращено без выкористания химичных речевов. Наступный репортаж с тепличных угодий у Гомельской области. Вот они, наши урожаи, наши красавцы, эти огурчики, которых мы вырастили первые, наши детки наши. Алена Пожарыцкая збірае першыя сёлетнія плады сваёй працы. Агароднік з 23-гадовым стажам з агурочнай культурай працуе ўсё жыццё. Дальше ксу Брылёва пад гэтую агародніну аддалі 6,5 гектараў цяплічных плошчаў, больш за палову ад усіх існуючых. На іх самыя папулярныя гібрыды з лепшымі спажывецкімі якасцямі. За апошнія 4 года мы в лідерах по Гомельскай области по огурцу і получили 53,6 кілаграма овощей з кожного квадратного метра. Работаем з біометадом, со шмелями. У нас вот это атлет, пчелополяемый огурец, самый хороший, самый вкусный и урожайный. Огородництвом закрытого грунту тут занимаются уже амаль 35 годов. Недавно зарабили реконструкцию тепличного комбината, и он раскинулся на 10 гектаров. Только огурки вырушиваются у двух культурооборотах. У год валовый сбор тепличной продукции больше, как 5000 тонн. На нашем предприятии огромное внимание уделяется безопасности и качеству нашей продукции. Внедрена биологическая защита растений, которая сводит к минимуму использование химических средств защиты растений. Зараз собрали свыше 200 тонн урожая. Выборку проводят праз день. При этом на предприемстве закрытый цикл. От семечки до готовой продукции, якая продается во уласной сетце. До того ж полным ходом идет отгрузка продукции за межу. А кроме белорусов, брилевские огурки даст подобы и россиянам.
А ўжо з красавіка на прылаўках побач з агуркамі з'явяцца і першыя памідоры. Дарэчы, у структуры экспарту агародніны беларускія таматы займаюць амаль 27%. І ўвогуле летась у раслінаводстве пастаўкі свежай агародніны за мяжу для краіны былі найбольш прыбытковай катэгорыяй. За апошнія 5 гадоў аб'ём экспарту вырас больш чым у 3 разы. І далейшы курс толькі на павышэнне планкі. Вольга Канавалова, Ганна Кавалёва, тэлерадыёкампанія «Гомель» пры падтрымцы АТН. Зоркі эстрады прыбудуць у Гомель на дабрачынны марафон «Усе фарбы жыцця для цябе», які адбудзецца 21 сакавіка ў гарадскім цэнтры культуры. У падтрымку дабрачыннага праекта БРСМ на сцэну выйдуць Макс Лоренс, Анжаліка Пушнова, калектывы «Провакацыя» і «Лас-Вегас». Яны дапамогуць сабраць сродкі на лячэнне двухгадовай Сафіі Слука з пасёлка Чонкі Гомельскага района. У дзяўчынкі эпілептычны сіндром. Зараз у Соні група інваліднасці патрабуецца лячэнне. На двухгадзінны канцэрт запрашаюць усіх неабыякавых да бяды дзіцяці. Пачатак мерапрыемства о 18 гадзіне. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrhomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле задержали школьницу, которая рекламировала магазин по продаже психотропов. Несовершеннолетняя попала в поле зрения сотрудников областного наркоконтроля во время проведения мероприятий на территории города Гомеля по выявлению участников интернет-магазина. 15-летняя школьница попалась непосредственно во время нанесения на здании трафаретных надписей, рекламирующих работу интернет-магазина по продаже наркотиков. Было установлено, что куратор интернет-магазина по продаже психотропов предложил девушке деньги в размере 3 рублей за каждую надпись. Она работала по ночам и вечерам и с помощью трафарета наносила надписи на фасадах зданий. Также было установлено, что девушка намеревалась сама заняться распространением наркотиков через закладки. В результате проведенных мероприятий по месту жительства несовершеннолетней изъяты трафареты, мобильный телефон с перепиской с куратором интернет-магазина и фотографиями мест, где ей были нанесены граффити с рекламным текстом. Девочка-подросток поставлена на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, начат административный процесс по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества. Житель Петриковского района незаконно хранил у своей матери более 200 патронов и порох. В январе этого года в лесу возле деревни Пелепоны были обнаружены останки 3 оленей. Специалисты определили, что это дело рук браконьеров. Для установления причастных лиц стали проверять не только охотников, имеющих оружие, но и тех, у кого разрешение на хранение ранее имелось, но по каким-либо причинам было аннулировано. В конце января сотрудники Петриковского РОВД проводили санкционированный обыск жилища у 45-летнего мужчины. Дома у него ничего подозрительного не обнаружили. Однако знали о том, что в одном из населенных пунктов Петриковского района проживает и его пожилая мать. Поэтому провели обыск и там. В результате был обнаружен бездымный порох весом около 200 граммов, 69 патронов калибра 7,62 мм, а также 150 патронов калибра 5,6 мм. Для чего все это хранилось, мужчина объяснить не смог. Все найденные боеприпасы были направлены в Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В результате проведенных экспертиз экспертами было установлено, что патроны различных калибров пригодны для стрельбы. Петриковским районным отделом Следственного комитета в отношении владельца патронов возбуждено уголовное дело. Кража автомобильного топлива с госпредприятий была актуальна во все времена у нечистых на руку водителей. То, что солярка и бензин являются наиболее частыми предметами хищения, знают и правоохранители. 16 марта в деревне Творичевка Мозырьского района сотрудник ГАИ для проверки остановил автомобиль «Форд Мондео» под управлением 46-летнего местного жителя. В багажном отсеке было обнаружено 80 литров дизельного топлива. Вчера похожая картина наблюдалась уже в областном центре. При досмотре «Тойоты», остановленной ночью инспекторами ГАИ на улице Бориса Царикова, было обнаружено 60 литров окрашенного дизельного топлива. В обоих транспортных средствах в багажных отсеках сотрудниками госавтоинспекции были обнаружены канистры с окрашенным дизельным топливом. Водитель одного из автомобилей пояснил, что данное топливо он украл с одного из предприятий. Водитель второго автомобиля каких-либо пояснений по данному факту не дал. По обоим фактам проводится проверка. Первая жертва весенних палов. В Речицком районе среди выжженной травы обнаружен труп местной жительницы. Судебные медики Государственного комитета судебных экспертиз установили причину смерти.
В субботу 16 марта в агрогородке Лиски Речицкого района на частном подворье обнаружена погибшая пенсионерка. Сын, придя в отчий дом на приусадебном участке, увидел следы горения сухой травы и свою погибшую 80-летнюю мать. Вероятнее всего, женщина попыталась самостоятельно справиться с огнем, но, потеряв сознание, упала и не смогла выбраться. При судебной медицинской экспертизе трупа пожилой женщины обнаружено более 90% термических ожогов пламени поверхности кожи, а также термоангуляционная травма, то есть ожоги верхних дыхательных путей, от чего и наступила смерть. МЧС напоминает, что палы не приносят никакой пользы природе. Выжигание сухой травы уничтожает как все растения, так и всех животных и насекомых, находящихся в ней. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию и может быть опасен для человека. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская «Энергия» в полуфинале чемпионата Беларуси по волейболу. Во втором поединке четвертьфинала «Энергетики» дома обыграли борисовский «Батэ» БГУФК 3-0. В первом матче на выезде команда Дмитрия Лихарада также была сильнее – 3-1. В полуфинале «Энергия» сыграет с солигорским «Шахтером». Первые матчи серии пройдут 23 и 24 марта на площадке «Горняков». Женская команда гандбольного клуба «Гомель» на первой строке турнирной таблицы завершила первый этап чемпионата Беларуси по гандболу. От принципиальных соперниц гандболисток БНТУ «БелАЗ» гомельчанок отделяет 2 балла. Компанию «Гомелю» и «Политеху» в квартете сильнейших составят «Городничанка» и «Витебчанка». На втором этапе дружины сыграют 4 круга. Команда Томаша Чатара первый поединок проведет 27 марта дома против «Городничанки». С БНТУ «Гомель» играет 6 апреля и 4 мая на выезде. И 20 апреля и 15 мая дома. Завершится гандбольный сезон финалом 4 Кубка Беларуси. Он пройдет 22 и 23 мая. Паузу между первым и вторым кругом заполнил сбор национальной команды. Под началом Томаша Чатара в Минске тренируются 16 гандболисток. 6 представляют Гомель. Это Наталья Котина, Кристина Охраменко, Виктория Шимановская, Ирина Мокот, Ирина Трезно и Екатерина Селицкая. Завершится недельный сбор 2 спаррингами с командой Украины 22 и 23 марта. Кстати, в стане команды страны-соседки 2 гомельчанки Анна Редько и Леся Смолинг. Футбольный клуб «Гомель» со счетом 0-3 проиграл новичку высшей лиги национального чемпионата столичному «Энергетику» БГУ. Спарринг прошел в Минске. Накануне этого матча «Зелено-белые» сообщили о подписании новичка. Состав команды пополнил Руслан Болов. 24-летний форвард выступал за «Краснодар-2», «Волгарь», «Факел», «Авангард» и «Химки». Соглашение с футболистом рассчитано на 1 год. Завершился открытый чемпионат области по настольному теннису для незрячих. В турнире участвовали около 30 человек со всей Беларуси. В общекомандном зачете первой стала команда нашей области. Серебро досталось сборной Гродненского региона, бронза – Витебского. В личном зачете среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась Оксана Иванова из Гродно. Второе и третье место завоевали гомельчанки Янина Шафаренко и Марина Рамадан. Среди мужчин золото и серебро увезли представители Гродно Сергей Шкибель и Павел Янушкевич. Бронзу завоевал Алексей Демидовец из Гомеля. Сильнейшие спортсмены отправятся на чемпионат республики среди инвалидов по зрению. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».